Мы в эфире с нашим близким другом. Это Игорь Шуляк, представляющий Евразийскую ассоциацию экспортеров. И мы сейчас будем говорить о предстоящем форуме в Москве под названием «Россия. Ближний Восток. Экспорт и импорт в условиях международных санкций». И я, как понял, по программе Игорь готовит крутую штуку, очень крутую сессию на нашем форуме, который называется «Распаковка стран Ближнего Востока для российских бизнесменов». Распаковка Ирана, распаковка Саудии, распаковка Эмиратов, распаковка Турции. Я хотел спросить, Игорь, что вообще подразумевает эта сессия распаковки и какие там будут рассматриваться вопросы и в каком формате? На этот форум для того, чтобы для простых предпринимателей, для бизнесменов, которые сегодня хотят выйти на экспорт в страны Ближнего Востока, сталкиваемся с большим количеством проблем. Они лежат в плоскости новых пакетов санкций, отсутствия понятных транспортно-логистических маршрутов, потому что все сыпется, непонятно как везти, морем, либо фурой, либо контейнером на фуре. Также рассмотрим вопросы банковского сектора, каким образом получать сегодня безопасную оплату, какие банки сегодня работают в связи между Ближним Востоком, там, Иран, Россия и так далее. И это применительно к каждой стране будет рассматриваться кейсы. Допустим, берем кейс Ирана, кейс Турции там, или кейс Эмиратов и от А до Я всю последовательность шагов. Безусловно, так. Но хочу заметить, что экспорт – это вообще про глобальную систему интеграции в компании. Но мы все же хотим дать некий чек-лист, который будет представлять собой там, 5-6 пунктов, самых основных, без которых, без ответа на которых ты сегодня не можешь точно полагать, кто твой клиент, нужен ли ему твой товар, как быстро находить заинтересованные лица, ну и так далее. Все не буду раскрывать, потому что впереди мне все интересно. Я понял. Я, например, начинающий бизнесмен. И я хочу вывести на рынки Ближнего Востока свой товар или начать поставки товара оттуда в Россию. Конкретно, допустим, из Эмиратов, или из Турции, или из Ирана, или из Саудовской Аравии. Или же, кейс номер два, я бизнесмен, у которого был успешный бизнес с западными странами, с поставщиками, там, цепочка логистическая и так далее. Все рухнуло. Все рухнуло из-за санкций, и теперь я вынужден искать новых партнеров на Ближнем Востоке. Ну, даже в кейсе номер два я новичок на рынке Ближнего Востока. То есть мы на форуме рассмотрим от А до Я последовательность шагов в виде, я так понимаю, прокачки, тренинга, разбора кейса каждого отдельного бизнесмена. Это, конечно, круто. Это, конечно, круто. Игорь, спасибо большое. Мы будем с нетерпением ожидать. Мы уже чуть-чуть слегка приоткрыли завесу о том, что ждет нас на форуме. И с нетерпением жду нашей встречи в Москве. Спасибо. Спасибо большое. Все, всех благ. До встречи. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей.